Ну что там? Резут надо! А хомут? Не пойдет! Дежурных вызывай! Мне сказали, дежурные на аварии, вы один. А это меня не касается. Я свое отработал. Товарищ сантехник, а как же мы? Ведь 300 квартир без воды. Ни поесть, ни попить, ни постирать. А это что, не вода? Хочешь пей, хочешь стирай. Да тут ГТО можно сдать, папаша. Верно я говорю? А мой рабочий день закончен. До завтра, пока. Надо в другую управляющую компанию звонить. Капает. 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 Надо вызывать. Сами никому не надо. ЖЭУ сказали, это не наше дело. Пройти вообще ничего не видно. Я сейчас чуть с лестницы не упала. Отопление все отключили, свет тоже отключили. Ребенок пошел в школу, соответственно, голодный на сухом холодном пайке. Я помыться-то не могу. Я не могу посуду помыть, я утром не могу умыться. Знакомые ситуации? К сожалению, никому не известно, где и когда в очередной раз даст сбой российская система коммунального хозяйства. И вот тут начинаются проблемы. Ждем работника ЖЭО, возможно, не самого трезвого и лучшего. Когда придет, точно можно получить ответ только в течение дня. Если рекомендуют обратиться в другую компанию, начинается долгий поиск свободного родственника, знакомого или компании. И вот тут нам на помощь приходит герой программы «Планы на завтра». ЕДС Line – платформенный сервис, где житель дома любым из способов – сайт, мобильное приложение, колл-центр – подает заявку на выполнение сантехнических, электротехнических, общестроительных работ. Этот проект позволяет решить оперативно и доступно, позволяет решить аварийные ситуации и жилищно-коммунальные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На сайте edsline.ru или по единому телефону житель может подать заявку, если у него возникла аварийная ситуация. Эта заявка падает в систему, принимается, обрабатывается и автоматически отправляется на смартфон сантехнику или электрику для выполнения работ. Сантехник, электрик, плотник, лифтер. То есть это 4 вида работ, которые... Плотник это что такое? Общестроительные работы, допустим, прочистка вентиляции, допустим, ремонт дверей в подъезде, ремонт дверей в дому, установка замков там и так далее. Кстати, этот новый проект также позволит сократить расходы, уменьшить штат, оптимизировать рабочие процессы. Ну что, друзья, идея более чем интересная. Но вот работает ли она на практике? Давайте проверим. Набираем заветные цифры. Звонок. Гудок. Здравствуйте. Добрый день. Вас приветствует компания ЕДС Line. Очень приятно. У меня такая проблема. У меня течет кран. Скажите, пожалуйста, как вам обращаться? Можно просто Валерий. Скажите, пожалуйста, ваш адрес. Терешкова, квартира. Через полчаса. Отлично, буду вас ждать. Ну что, друзья, приглашаю всех ко мне домой. Поедем, посмотрим, приедут ли они через 30 минут. Ну а мы тем временем побеседуем с представителями управляющей компании. Интересно, что они думают по поводу нового проекта EDS Line. Это позволит автоматизировать прием заявок, позволит сделать нашу работу более прозрачной через сайт, значит, исключить всякого рода какие-то ошибки человеческого фактора. Вот, соответственно, и также наладит скорость работы. То есть каждый слесарь, мы, значит, программу себя тестируем, каждый слесарь, значит, укомплектован смартфоном. Ну а тем временем отведенные полчаса подошли к концу. Сантехника вызывали? Да, проходите. Где у вас тут капает?
Совсем недавно в Бурятии был реализован проект «Диктант ЖКХ», главной задачей которого является ликвидация безграмотности среди населения. Вот несколько заданий из этого теста. Могут ли собственники помещений в многоквартирном доме не оплачивать взносы на проведение капитального ремонта? Могут, если в доме недавно прошел капитальный ремонт. Нет, не могут. Могут, если собственник – одинокий пенсионер. Все обязаны оплачивать за капитальный ремонт. Что касается третьего ответа, да, такая акция сейчас инициируется Медведевым, и наверняка она пройдет. Одиноким пенсионерам будут выделять субсидии для того, чтобы погашать эту плату. Какие коммунальные услуги ресурсоснабжающие организации могут ограничить потребители в случае задолженности? Не имеют права ограничивать все коммунальные услуги, все, кроме холодного водоснабжения, отопления, в случае вертикальной системы. Не имеют права ограничивать подачу водоснабжения и системы отопления. У нас такие случаи, кстати, есть. Управляющие некоторые нарушают такие законы. Может ли отличаться температура горячей воды в дневное и ночное время? Не может более чем на 15 градусов. Может не более чем на 5 градусов. Не может. Вообще не может. Третий вариант правильный. Вообще не может изменяться температура в течение суток. Итак, сантехник со смартфоном. Вот век информационных технологий и добрался до сферы жилищно-коммунального хозяйства. Люди, позвоните сантехнику. Не капает. Не капает. Не капает. Кто там? Папа Римский. Кто? Да сантехник, открывайте. Здравствуйте, вы так быстро приехали. Да ну что вы, не стоит. Я слежу. Все, не рычит. Можете пользоваться. Спасибо. Не за что. Ну, если что, вызывайте меня. Борщов я, АН. Борщов АН? А звонить-то куда? Заработался.